Всем привет, ребята, с вами Локи. У нас сегодня в преддверии матча, ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, Бавария против Ливерпуля. Прошлый матч закончился со счетом 0-0, не смогла Бавария в гостях забить. Посмотрим, сможет ли это сделать Ливерпуль. Вчера наш прогноз на матч Ювентус-Атлетико зашел, и немножко FIFA не угадала с тем, что Роналдо оформит не дубль, а хэт-трик. Но, тем не менее, 3-0. Такое тоже бывает. Ну и посмотрим, как сегодня сложится наш прогноз. Вы пишите в комментариях свои предположения. Как вы считаете, каким будет результат? Может быть, будет дополнительное время? Может быть, серия пенальти? Ну, а может быть, все закончится и в основные 90 минут. Насколько я знаю, точно не сыграет Томас Мюллер. Под вопросом Робен, у него вроде как травма. Также не сыграет у Ливерпуля Кейта. Возвращается Вирджин ван Дейк сегодня в центр обороны. Пропускал он первую встречу. Ну и ребята, поехали. Ливерпуль в атаке. Садио Мане пытался пробить по воротам, но в итоге удар не получился. 17-я минута. Бавария заработала право на штрафной удар. Роберта Левандовски намертво забирает Алисон Бейкер. Ну а вот уже и ответ Ливерпуля. Садио Мане влетает в штрафной удар в ближнюю девятку. И уже в порядке Мануэль Нойер. Передача на Салаха. Нет офсайда. Удар по воротам и 1-0. А точнее 0-1 забивает Ливерпуль. Мохамед Салах выводит свою команду вперед. Оставили его защитники Баварии. Он на скорости залетел в штрафную и пробил в ближний угол. Никаких шансов у Мануэля Нойера. Очень сильный удар. И 0-1. Бавария в атаке. Удар по воротам. И снова Алисон забирает мяч в руки. На этом первый тайм закончен. По владению мячом пока что Бавария впереди. Может быть, она создала даже чуть больше моментов, чем Ливерпуль. Но счет в нашем FIFA прогнозе пока что в пользу английского клуба. 0-1. Бавария сравнивает счет и делает это Хамес, ребята. 1-1. Пошла хорошая подача с левого фланга. И здесь взмывает Хамес и забивает гол в ворота Ливерпуля. 1-1. И снова Бавария в атаке. Горецко прострел. И здесь играют на вынос футболисты Ливерпуля. 10 минут до конца. Ливерпуль в атаке. Подача, удар, Фабиньо. И это было очень опасно. Заканчивается основное время этого матча. 2 минуты добавил арбитр. Посмотрим, получится ли у Ливерпуля провести последнюю финальную атаку. Арнольд. Пошла подача, удар по воротам и гол. Вот так вот, буквально на последних секундах в нашем FIFA прогнозе Роберто Фирмино выводит Ливерпуль вперед. Но даже если в жизни будет счет 1-1, он будет все равно в пользу Ливерпуля, так как голы, забитые на чужом поле при равенстве, выводят именно команду, забившую в гостях, вперед в следующий раунд Лиги Чемпионов. Но здесь отличная подача Арнольда и вот такой вот неприятный для Нойера удар. Ребята, пишите свои прогнозы, как вы считаете, закончится эта встреча. Обязательно поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, всем спасибо за просмотр и пока-пока.